Привет, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Реально Интересно. Сегодня мы зашли поиграть в Shadow Fight 3. Сегодня у нас морская шумиха, давайте в нее поиграем. Ну и, собственно, давайте сразу в нее поиграем. А потом еще какие-то ништяки посмотрим в этой игре, что здесь нового появилось. В общем, погнали, надеюсь, вам это понравится. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Если набираем хотя бы 50 лайков, то мы продолжаем играть в Shadow Fight 3 и делать новые крутые ролики по этой игре. Так что, ребята, ставим лайки и подписываемся на мой канал, кто этого еще не сделал. И колокольчик нажимаем, чтобы быть в курсе новых роликов, новых обновлений на этом канале. Лайк! Так, рад снова тебя повидать. Есть работенка. Один из офицеров легионера дезертировал со всем отрядом и угнал корабль. Теперь пиратствует в окрестных водах, грабя кого ни попадя. Позорит весь легион. Да, и Диносты недовольны. Морская торговля встала. Разберись с негодяями, тебе хорошо заплатят. Ой, хорошо, ой, чё-то в этом я, конечно, сомневаюсь. Ну что ж, 4 дня, 22 часа, не требования 510 монеток или один пропуск. Или как эта штука называется, я не знаю, короче, как эта штука называется, но это похоже на пропуск. Собственно, ну что, а чё, куда эта штука делась-то, типа, окей, надо эту штуку нажать. Так, окей, нажимаем, участвовать, хочу в этом поучаствовать. И у нас пропуска нету. Нет у нас пропуска, но зато у нас есть 510 монеток. А, в общем, здесь какие-то ништяки можем получить. Я не знаю, как эта штука называется, но в итоге мы можем... Вот хотя почему в итоге? Даже не в итоге, а мы можем получить 50 рубинов. Кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я устроил конкурс на промокод для рубинов в игре Shadow Fight 2, то, пожалуйста, только напишите об этом, и мы сделаем. Я постараюсь как-то сговориться, так сказать, с Неки и устроить этот конкурс на промокоды для рубинов. Вот. Так что, ребята, пишите об этом в комментариях как можно больше комментариев. Если такие будут, то мы обязательно это сделаем. Гоу! Так, нажимаем участвовать. 510 монеток. Оу, yes. Погнали. Ты сможешь сражаться эффективнее в этом виде боев, если наденешь более редкую вещь. Ну давайте посмотрим, что же там за более редкая вещь. Так, ну что у нас тут? Циановые когти, легендарные когти. Какая-то хрень. И вот еще такая замечательная штука, если не знаю о смысле. Снять, надеть. О чем вы меня сюда привезли, типа, окей, мне так все самое топовое, классное, охренительно прекрасное. Ну, что есть, по крайней мере, в данный момент. В общем, в бой, ребята. В смысле? Что ты мне тут? Мэй. Это не Мэй, это Джун. Я, ребята, еще, видимо, там остался, в Shadow Fight 2. Там была Мэй, здесь Джун. Ну, в принципе, я думаю, оговорка, как говорится, по Фрейду. Раунд первый. Острый стю. Оу, е! Черт возьми, как порнофильм какой-то называется. Оу. Так, пару раз мы попали ему в морду. Почему-то пауза, я не нажимал на паузу. Небольшие баги в этой игре, видимо, присутствуют. Либо какое-то, не знаю, третье, десятое, тридцатое нажатие, которое... Ложное нажатие, как это называется еще. Так, это хрень была. Это прям была хрень. Это было как-то тоже не очень эффективно. Так, это было тоже в стиле Кенши, по-моему. Кенши также делает Mortal Kombat. Кстати говоря, я играл в Mortal Kombat. Все, ребят, если хотите Mortal Kombat, то будет Mortal Kombat, допустим, мобайл. Почему нет? Если вы, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы любите фивку? Я хочу, короче, посмотреть новую фивку, мобильную версию, да? Ну, вообще, в полноценную версию фивки я играю на своем стримерском канале. Шубин стрим, ребят, заходите на этот канал. Там стримлю ролики по фиве, все по красоте. Без доната у нас такая вот серия, вернее, даже целая рубрика без доната FIFA. Если она вам понравится, в общем, смотрите. Раунд второй. Ну что ж, острый стю. Блин, реально какой-то дилдо, серьезно. Как будто название дилдо в секс-шопе каком-то. Острый стю. Я просто не проходил мимо секс-шопа, как бы, поэтому у меня, наверное, такие мысли. Это было больно. Так, а где наши... копья или там метательные какие-то метательные оружия. Так, ладно. Оу. Что-то как-то в этом раунде я не особо хорош. Хотя, сейчас. Спокойно. Блин, у него тоже эта хрень, кажется, есть. Я что-то как-то не предусмотрел эту возможность. Ой, мне кобзда сейчас, да? Да, мне кобзда. Мне кобзда, к сожалению, в этом раунде. Что-то как-то я не проявил себя должным образом. Надо как-то, я думаю, постараться собраться и выдать охренителя крутой раунд. Погнали. Так, давайте хочу вот с прям классной атаки начать. Просто с шикарной атаки. Я очень жду, на самом деле, еще PvP режим в этой игре, который будет называться Shadow Fight Arena, по-моему, если не ошибаюсь.
Да, точно так называется. Так, это что-то опять не то. Это хорошо было. Так, это что такое ты делаешь? Так, это метатель. Так, это что-то кенши опять. А-ля кенши. Так, немножко ножками. Давай, ножками работать! Ножками! Я, конечно, сейчас уже не лыжник, как был раньше, но ножками надо тоже работать по-прежнему. Давай, хорош, ребята! И ебойся меня острыстью. Блин, реально, какое название, кто это придумал? Почему так его зовут острыстью? Ё-моё, ребята, что вам это напоминает? Что реально вам это напоминает, вот это имя? Если кто-то, ну, короче, каждый, кто напишет, что вам напоминает это имя острыстью, вообще, в принципе, это словосочетание, скажем так. Хотя здесь это просто имя. Я лайкну, короче, будет сердечко такое вот от моего канала. Так что, ребята, пишите. Так, ну что ж, попытки у нас еще есть. Жетон какие-то X75. Ну, я надеюсь, это тоже какая-то приколюха. И типа, есть смысл от этого сражаться. Так что, поехали. Раунд первый сейчас будет. Но загрузка долгая, ну, поэтому надо что-то болтать. Раунд первый. Бестия, слушай, она симпотно выглядит. Это прям симпотно, я прям загляделся на нее. Ух ты какая. А мне нравится. Ты мне нравишься вроде бы. Хотя, если ты меня будешь так вот бить и... Хотя вот я тебя тоже маленько могу так отчпокать. Я профессионал. Ну почти, ну не совсем, ну просто я же как бы, камон. Так, пару раз не... И до раз, как говорится. Можно засадить ей. Так, стоп. Прекрасно. И вот давай еще. Отлично. Финалочка, ребята. Финалочка. Отлично. Ну что ж, бестия. Не так-то тебе просто будет со мной совладать. Я тоже. Почти бестия, только бестиец. Раунд второй. Ну что ж, бестия. Так, начнем, пожалуй, с такой... Нет, хрень какая-то получилась, на самом деле, вернее, ничего не получилось. Так, дропкик, или как это хрен называться, я здесь не знаю, я просто буду называть как в рестлинге. Когда-то я смотрел рестлинг, да, было дело. Причем российский рестлинг смотрел. Так, даже за кого-то болел, помню. Оу, серьезно? Прекрасно. Пару раз, не и до раз. Ой, хорош. Блин, мне нравится этот прием, он прикольный. Он правда прикольный? Ай, расстояние слишком большое. Ух ты, супер, какая сильная малышка. Ну пару раз я тебе дам, и ты меня простишь, я думаю, за это бестия. Мы с тобой встретимся, свонимся, да? Калмы. Так, ну что ж, изи победа, ну почти изи победа. 2 из 2, как говорится, раунда мы взяли. И это уверенно победа. X75, жетоны какие-то 75. Это что такое, я не знаю, зачем эти жетоны. Закончи раунд ударом ноги. Лайк, ребят, я даже какую-то еще штуку выполнил. Так, за следующую победу ничего не дают, а вот эпические карты нам не помешают. Нам нужны эпические, суперэпические, мегаэпические, золотые, легендарные. В общем, все это нам нужно. Нам нужно сделать нашего персонажа супер крутым, классным, топовым и так далее. И пытаться сразиться с самыми-самыми лучшими, так сказать, в дуэлях. Я про дуэли говорю, хочется быть в топе, как говорится. Так, окей, прекрасно. Щепка Игги, так, это... Что это, с чем ассоциируется у меня? Надо подумать. Щепка Игги. Ну, типа, может быть, щепка Игги. Так, с чем это? Щепка Игги. Это может быть какая-то... Какой-то анальный дилдо такой, типа, маленький. Щепка такая, типа, небольшая. Я не знаю, почему, серьезно, у меня сегодня такое настроение, но солнце выглянуло. Я проходил мимо секс-шопа, и вот поэтому, наверное, так как-то так. Так, хорошо. Ну, нормально, достаточно уверенно мы провели бой с щепкой Игги в первом раунде. Итак, нас ожидает второй раунд. Round 2. Fight, как говорится, да? Ну что ж, начнем, пожалуй. О, давай вот прям что-нибудь прикольненько, что мы не делали. Нет, мы делали это, конечно же, нас заблочили просто максимально легко, прям супер легко. Так, ножкой. Ой, какой хороший. Блин, прям по кайфу, просто по кайфу, ребята, просто по кайфу. Ой! Бросок через бедро или не через бедро, хрен его пойми. Хрен его разбери, как говорится, потому что... О! Вот это нравится мне. Конечно, выглядит эффектно, но неэффективно. То есть, судя по количеству хп, которое мы забрали у нашего пацана щепка Игги, это... Пацан! Меня завалили. Слушай, а эта щепка Игги не такая уж и простая щепка Игги. Может быть, даже... Может быть, и не совсем простая.
Здесь достаточно интересно, здесь вот локация, то есть, так сказать, на заднем фоне, типа, мы на каком-то корабле деремся, типа, мы какие-то пираты. Окей, ладно. Эй, не надо, не надо, ничего не... Сучка, не надо, блин, грёбаный Гугл, не надо, пож... Грёбаный Гугл, зачем ты... ненавижу тебя! Нет, я тебя люблю, конечно, но периодически ты меня бесишь, правда, особенно ассистент. Оу, yes. Так, Сотками. Ау, шайса. Оу. Ты любишь, смотрю, немецкие фильмы смотреть? Да блин, я же его проткнул, он все, он уже как бы дырявый. И зачем тут еще вот эти вот дополнительные стычки устраивать? Хоть и не Евгений Стычкин, ну да ладно. Ой. Так, пора тебя уже завалить. Прекрасно, люблю братцовские приемчики. Это красиво, черт возьми, красиво, прям ты, ой, прям. Я ему башку проломил, серьезно, ребята, это как, знаете, из фильма 300 спартанцев, только про там не проломил, хотя, может быть, и проломил башку, я уже давно не смотрел этот фильм, не пересматривал, вернее, его. Там что-то такое тоже было, там, когда мечом по башке и там, в общем, красота. Так, ну что ж, пиратский суд, мы выиграли 3 из 3 боя, но, я так понимаю, если мы проиграем хотя бы один бой, то попытка как бы уже сгорает, и опять заново начинать, это, наверное, не больно прикольно, хотя, может быть, не заново, но, скорее всего, заново. В общем, погнали, ребят, пока у нас есть возможность, давайте будем за YouTube биться, за суверенный, или как он называется, короче, за неприкосновенный интернет, за ютубчик неприкосновенный, и вот подписывайтесь, собственно, на мой канал, камон. Ни хрена у тебя болт какой здоровенный болт, кривомордый, какой у тебя здоровенный болт, братан, или может не братан. Потому что у тебя больно большой болт, у меня меньше намного. Ладно, хватит тут о болтах разговаривать. Так, мы все-таки не механики. Ой, прикольно. Это как будто бы, знаете, картежник какой-то профессиональный. То есть так вот прям прикольненько все сделал. Все. Хорош. Так, спокойно. Пару ударов. Еще пару ударов. Да ты свались. Ты шо такое происходит? Так, прекрасно. Ой, какой. Слушай, прямо. Он жесткий! Он очень жесткий. Но я его завалю по-любому. Есть, ребята, между прочим, тут надо в 3 раундах выиграть. Так что тут посложнее будет. Тут там точно будет посложнее. Я уже чувствую, что как-то, ну, сложно. Тяжело идет с этим пацаном, с этим противником. Раунд 2, ребят. Раунд 2. Файт. Ну погнали, файт, давайте быстрее уже. Файтанемся. Так. Оу, как мне в морду зарядили. Больно мне было. Очень больно мне было. Ой-ой-ой, меня за... Как? Слушай, он жестко попал. Сейчас критический удар по нему, но кривомордый он. Очень крепкий пацан, прям реально. Как будто казак какой-нибудь, я не знаю. Казак молодой, ты мне нужен, родной. Я хочу тебя завалить навсегда. Оу! Так, ладно. Ну ты чё, да это что такое? Ты чё такой дерзкий? Всё. Причём я дожил до того, что, ну, можно уже использовать эту теневую энергию, но... К сожалению, ребят, к большому сожалению, ничего из этого прикольного не получилось, меня завалили. 1-1 пока что. Не, это чувак жесткий, ребят, мы на нем можем очень неприятно споткнуться, вот. Он, погнали. Ёж ты в печень, ты что такой жесткий-то, пацан? Ты чё нахрен нажрался, мельдония, что ли, обожрался, ты что такой жесткий? Хватит меня так жестко бить, я заколебался, я буду сейчас тебя тоже бить, он мне причем оружие выбил, негодяй. Чертов негодяй, он выбил у меня оружие, я тебя сейчас буду драть, сеца. Нет, я не буду тебя драть, потому что ты мне выиграл. Короче, ребята, что-то идет не так, что-то идет не по плану, как говорится. Все идет не по плану. И все идет не по плану. Нет, короче, говно. Но в смысле не очень как-то получилось, раунд 4. Кривоморды. Ну ладно, погнали. Слушай, я его проткнул, брюхо, слушайте, я брюхо, я его сегодня про... Ах ты, Соник! Он меня подстрелил, негодяй! Вот так-то на ножах бьемся, как бы. По чеснухе и все такое. А этот гад нечестный какой, а? Какой халявщик нечестный. Самое прям ужас, ребята. Прям что такое утворяет? Негодяй, слушайте, прям вот, ну, негодник. Нельзя так, некрасиво. Мазафака.
Оу, мазафа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай, давай, бабушка. Все, я сдох. Ребята, меня... блин, этот чувак реально жесткий оказался. То есть я кривомордого в первом раунде вынес. Ну, не прям супер изи, но тем не менее вынес. Тут, конечно, три раунда подряд просто издевался надо мной. Было больно. Скаут. Крепкие ребята, да? Добротная легионская муштра. Вот только мораль ниже плинтуса. Попробуй еще раз. Ну давайте. Я так понимаю, что-таки не сначала мы начинаем, судя по всему, или сначала. Ну, надеюсь, не сначала, потому что, блин, сначала, ну, не прикольно, ребят. Если вот так, то. Ладно, наверное, все-таки мы с ним же будем биться, скорее всего. С этим же чуваком. Раунд первый. Да, кривомордый, ребят. Опять кривомордым буду биться. Жестко. Блин, он. Мазафака! О, хорош. А вот это уже блочит, ребят, это уже знает. Ни хрена, вот это прям супер, супер такую прям атаку провел в целом. Да что такое-то? Yes! О, в смысле, нет, мне это не понравилось, конечно же, я просто немножко... Так, кайфанул чуть-чуть. Самую малость, как говорится, да. Оп, и сюда. Давай. Ой, хорош, хорош. Блин, ребят, просто кайфую. Просто кайфую от того момента, когда у меня прям получается. И это просто... хорошо, ребята. Первый раунд мы взяли. Round 2. Fight. Черт возьми, мне не хватает, видимо, Mortal. Mortal Kombat недостаточно, если у меня в крови не хватает Mortal Kombat, ребята. Так что, ребят, пишите, чтобы, что вы хотите ролики по Mortal Kombat. Они будут, ребята, они тогда будут. Обязательно пишите об этом. Начали, начали, начали. Оу, мазафака. Так, давай, давай. Ах ты какой. Слушай, прям ловкий чувак, прям реально ловкий. Так, хорош, хорош. А, шайсе, пихлебен. О, хорош, это было прекрасно. Это прям хорошо. Так, это, ну, нормально, в принципе. Так. Оу, черт, нечестно. Он меня взял и чпокнул этой гребаной мушкеткой, или как она там называется, не знаю. Короче, выстрелил меня. Оу, шайсе. Черт, это несправедливо. Ну блин, ну ребят, ну он победил меня во втором раунде. Что-то как-то как под копы, под как путы, как под копирку идет, господи. Я произносить это слово даже не получается сложно, ребят. Как под копирку, серьезно, второй раунд он меня снова завалил, и я снова проиграл. Раунд третий. Раунд третий. Fight. Давай. Оу, шайсе. Оу. Оу, шайсе. Оу. Чё-то как-то не очень получилось в плане вот использования вот этой вот теневой энергии в данном случае. Прям реально не очень удачно. Оу. Так, это было хорошо, в принципе. Это было очень даже неплохо. Ай. Опять я попался на этот его приемчик. Ну, слушайте, он прям борец. Прям Хабиб Нурмагомедов. Оу, шайсе. Блин, ну, ребят, ну опять меня завалил. Ну, слушайте... Ну как-то почти как под копирку прошел второй раунд. Что-то неприкольно, ребят, проиграть надоело, проиграть, если честно. Но давайте как-то соберемся, зажмем яички свои, бубенчики в кулак и... Ух, прям, я прям сжал сейчас, прям почувствовал это, прям... Да, это силу придает, ребят, это однозначно придает силы. Так, теперь ножками, блин, ножками далеко уже. Собака! Стреляет, гад! Блин, ну пипец, меня просто от... Оооо, больно. Шайсе! 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 Вот, было хорошо, нормально. Так, отлично. Нет, отстой, все, я не капут. Да, не капут, ребят. Чё-то не идёт, слушайте, прям... Ну, первый раунд вроде мы два раза подряд мы выигрывали у него первый раунд, но другие раунды такое ощущение, что он становится сильнее, и я это замечал еще и ранее в Shadow Fight 3. Это очень странно, стрёмно, неприкольно, не хочу так, чтобы было. Это не... Это, думаю, что не я расслабляюсь, а просто наш персонаж становится сильнее, как будто бы. То есть, возможно, он какие-то наши приемы изучает, и уже ему намного легче противодействовать во втором, третьем и так далее, в последующих раундах. Это странно. Не, правда, это странно. Давайте, наверное, зайдем тогда... Куда правильно? Зайдем, наверное, вот все эти вот донатные истории. Хотя мы играем, в принципе, по большому счету без доната. Так, хотя, может быть, немножко можно, как говорится, и под хвост закинуть, да?
Так, ну давай, что, батончики вот эти мы будем накрывать со сникерсами или что там, частей 31, нахрена эта штука, я каждый раз не понимаю. Рваный, кожаная, так, стальная сои, так, говно, ну в смысле не очень у нас. Этот пакет, что у нас по гемам или как они здесь называются, кристаллы, не очень как-то, не очень. Валюта, валюта, ага, бесперспективно. Рубины задания тоже без перспектив. Да куда ты пошел? Я не хочу туда, я не хочу туда, не надо, пожалуйста. Так, ладно, короче, что здесь? Забрать награду у нас уже не могу, не хочу, вернее хочу, но не могу. Так, забрать, о, здесь мы соберем, соберем. Так, ой, ой-ой. Не, ну в принципе, как бы у нас, мы можем открыть вот эти вот эту награду, давайте посмотрим. Эпический сундук, ребята, эпический сундук, лайк. Так, ну что здесь, ну как-то, ну не очень. Так, тоже не очень. 3000, вот это как бы хорошо, конечно, но... Ну не прям супер, не круто, ну типа реально, серьезно. 25, а, забрать награду, конечно же. Я думал, за... О, слушайте, мы как раз-таки можем еще один сундучок открыть, он попроще, он просто редкий, как бы обычный такой редкий сундучок. Ну, хрень, еще одна хрень и монетки. 1700 монеток, там-то было 3000, ну такой себе, знаете ли, могло быть, как говорится, и лучше. Ну ладно, давайте зайдем все-таки. Не забывайте, выполнение задания дают хорошую награду. Раз в сутки ты можешь пропустить не нравящиеся тебе задания. Ну что ж, это в принципе добротный совет, я думаю, добротный. Давайте зайдем в экипу. Эх, улучшить его, но это у нас не получится, это слишком жестко. Подожди, а что по этой штуке? 1300, ну слушай, ну в принципе, нет, это все равно очень дорого. Так, что по этой экипе? 285, нет, ну это нереально ее улучшить. Дорого тоже. Ну серьезно, мы ничего не можем улучшить, к сожалению, у нас слишком мало возможностей для этого. Ладно, окей, давайте зайдем тогда, знаете, куда мы еще зайдем? Я знаю, куда нам еще зайти нужно. Мы зайдем в эту, как его, да не сюда, что ты делаешь, вот правда, сюда нужно зайти. Здесь, короче, что-то можно купить. Здесь что-то вроде можно купить. Но будет ли это хорошей штукой, я хз. 1716 сила, ну такое, подрыв, теневой, теневая способность, подрыв. А что по этой штуке, 1400 защиты головы, ну типа, ну я не знаю, давайте все-таки, наверное, хотя подожди, вот эта штука, теневая энергия, валюта, то есть можно прям купить теневую энергию валюты таким вот образом. Эпические ключи какие-то еще есть. Используйте ключи, чтобы открывать сундуки заданий соответствующей редкости. Давайте эту штуку купим. Ну, я не знаю, типа она как-то поможет нам или нет. Если честно говоря, никогда такие штуки не покупал. Эпические ключи. Возможно, что-то мы сможем открыть таким вот образом. Так, ну давайте посмотрим, что мы можем открыть. Хотя это, я думаю, маловероятно. Так, ну, а хотя нет, можно, слушайте, типа мы, получается, вот, можем, наверное, как раз таки открыть вот этот сундук эпический. Нам нужно еще, получается, 20 ключей докупить. Ну, давайте попробуем, может быть, там еще есть, я не знаю, осталась такая штука. Нет, это уже, я так понимаю, за кристаллы. Так что это уже слишком дорого для нас, я думаю, будет, да? А вот такую штуку, давайте, вот, собственно, купим, что, типа, как раз таки улучшает этот параметр. Поэтому давайте мы закупимся, может быть, там что-то будет реально получше. Наша экипа будет чуточку получше, давайте как раз таки зайдем. Так, доспехи, 1400, немного лучше, конечно, я даже не знаю. Но давайте все равно наденем, может быть, она все-таки будет чуточку получше. Служение тени, короче, вот такие штуки мы... пожалуй, применим. Надеюсь, реально эта маска будет лучше, хотя это маловероятно, конечно. Морская шумиха, мы продолжаем эту миссию, так сказать. И вот у нас, ребят, последняя попытка. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, хотя бы два раунда я смогу выиграть. Это и тоже будет, ребят, неплохо, серьезно. Я мало, на самом деле, надеюсь, что мы сможем победить этого чувака, потому что, ну, что-то как-то нас не прет. У нас не супер топ экипа, как говорится. Ладно, погнали, начали. Так, сейчас ножками. Блин, ну просто выстрелил, негодяй. Причем взял, выстрелил, и все, и как бы окей. И как бы окей. Ой, прям хорош. Прям таки хорош. Негодяй какой. Ага, бойся меня, друг мой, не отвлекайся от себя. Что это сейчас было, я не знаю. Это что такое сейчас? Что за присосками он кидается или пуляется, хрен его знает. Твою мою! Нет, ребят, ну... Я даже первый раунд проиграл, ребят, это просто фиаско, братан!
Но, возможно, это, кстати, будет послужит как дальнейшим победами, не знаю. Очень-очень-очень непонятно. Ладно. Раунд второй, окей, погнали. Давайте приступим к ликвидации Кривомордова. Нет, или... Так, норм. Нет, ножкой, я чувствую, еще можно. Нет, нельзя уже все, ну да, вот в принципе вариант тоже есть такой. Для продолжения, так. Ой, прям хорошо, прям очень хорошо было. Слушай, это прям хороший прием, кстати, он реально работает. Ребят, я понял, короче, еще походу надо делать. Ух, нифига себе, мне сейчас, конечно, вынес он. Красавчик. Так. Давай, что-нибудь, пацан, сделай. Ё-моё, меня завалили, короче. Два раунда уже подряд я проигрываю. И как бы, у меня нет ни одной победы в раунде против Кривомордова. Так что сложновато маленько. Маленечко, самую малость, сложновато. Раунд третий. Ну что, можно начать сразу с эпичного чего-нибудь такого. Невероятного. Охренительного. А, я просто его толкнул, получается, как хрень. Окей. Ну, да. Да, конечно, у нас теневая энергия стала как-то хуже работать, когда мы поменяли все-таки наш вот эту вот штуку. Да, реально стала хуже работать, и это факт. Это прям факт неоспоримый. Так, это было хорошо, в принципе, даже почти эффективно. Еще разок мы его хреначим. В принципе, это прям похоже на какой-то даже багет. Но не факт. Не факт, конечно, что это прям багет. Я просто дозажал эту кнопку и все, и держу. Так, она, в принципе, до какого-то момента работала. Сейчас она перестала работать. Меня хреначит просто в подворотне, как будто бы забивают. Да, все, меня забили, ребят, 3. Ну или не в мою пользу, естественно. Кривомордый красавчик. Но я не совсем, видимо. Но тем не менее. Тем не менее, ребятки. 20 еще жетонов. Бонус на карту, так к черту ее, честно говоря. Ну, собственно, мы можем еще поучаствовать, если заплатить 510 монеток. Не знаю, ребят, в принципе, можно еще раз попробовать. Если вы, конечно, этого очень сильно хотите, то, ребят, так и напишите в комментариях. Хочу, чтобы ты прошел пиратский суд, морскую шумиху, так сказать. Так что, ребят, пишите об этом в комментариях, пожалуйста. С вами был Максим Шубин, канал «Это реально интересно». Обязательно подписывайтесь на мой канал, смотрите мои прошлые ролики. И не только по Shadow Fight 2, по Shadow Fight 3, но и другие мои игры. А вернее, не мои игры, а ролики по этим, по другим играм. Например, Rush Wars, какой-нибудь Brawl Stars. Что там еще снимать, FIFA Mobile, в общем, другие игры тоже смотрите, ссылки, наверное, какие-то будут даже в описании, так что тоже заходите, смотрите, ну и просто заходите на мой канал, вкладку видео, и там все можете посмотреть, смотрите различные плейлисты, здесь на все мои другие социальные сети, мою страничку ВКонтакте, Инстаграме, группу ВКонтакте тоже вступайте, все ссылки, ребят, есть в описании, заходите в мой магазин мерча, принтов на одежду, футболки, худи, все, в общем, по красоте. С вами был Макс Шубин, всем удачи, всем пока!